Лидер чемпионата питерский «Зенит» принимает команду, которая пока что на восьмой строчке. Белогорье из Белгорода. Андерсон на подачу. Есть переходящий мяч, а вот не получается у Яковлева сразу же набрать очко. Тетюкин второй раз подряд в защите просто великолепен. Павел Сергеевич. И здесь блок работает. Вот это эйс. Максим Космин сыграл неудачно на приеме. И Павел Тетюкин записывает очередной эйс в свою копилку. Смотрим за подачей. Яковлев сравнивает счет. В седьмом туре Белогорье встречалось с новосибирским «Локомотивом». Тоже 0-3. Есть прием Воронкова. Сам же Федор будет атаковать. И как подбежал, заметили Женя Гребенников, насколько чутье и опыт у либера «Зенита» подстраховал. Понял, что будет отскок от блока. А вот здесь тройным блоком Воронков, Яковлев и Ковалев накрывают атаку Белогорья. И, по-моему, это очередное очко на блоке Ивана Яковлева. Абсолютно прав был Борис Колчин, говоря, вытащим, вытащим. Вытащили, отыграли сетбол. 25-25. Дмитрий Ковалев. Есть прием. Тетюхин в атаке. Гребенников в защите. Прекрасный шанс для «Зенита». И Мэтью Андерсон ставит точку со счетом 31-29. Действующий лидер чемпионата России забирает первую партию. Алькачтадин на подаче. Принимает Воронков. Андерсон. Там Тетюхин в защите. Алькачтади. И здесь Ковалев. Но Ковалев сегодня персонально и попадает. И попадает мяч в площадку. Ковалев сегодня персонально защищается против Мохаммеда Аль-Хадждади. И посмотрите, как... Почему же не поверили игроки Белогорья? Давайте смотреть. Вот здесь сейчас Тетюхин вытаскивает этот мяч. Атака Аль-Хадждади. Ковалев в защите. И смотрите, он так... И тут же 8-5 от номера 8. Было чему радоваться в прошлом году. А здесь эйс. 13-13. Егор Клюка второй эйс в этом матче выполняет. Еще один планер от Ковалева. Первый темп. И несмотря на реакцию Гребенникова, крик. Смотрим еще раз. На противоходе. Кротков. Без атаки осталось Белогорье. Но все равно осложнил задачу Мохаммед Аль-Хадждади этой скидкой. По рукам играет Мэтью Андерсон. Плюс 3 для «Зенита». 22-19 на финише второго сета. И тайм-аут номер 2 от Бориса Колчина. Прием. А Воронков скинул. И это шанс Белогорья. Аль-Хадждади. Есть. Есть первая партия для Белогорья. Вновь на приеме. Вновь Аль-Хадждади в атаке. И вот здесь, наконец-таки, первое очко для гостей этого матча зарабатывает. Марокканский диагональный в третьей партии. 1-5. Егор Клюка на подаче. И еще один блок. Теперь Дмитрий Ковалев. Заработал блок у «Зенита», и Белогорье пока не знает, что с ним делать.
24-14. Даже язык не поворачивается такой текст говорить. Насколько я могу судить, друзья, за прошедшие 8 туров Кротов на приеме. Хачдаде играет в защите Андерсон. Воронков добежит. Еще одна атака будет у Белогорья. 7-20. Насколько я могу судить, за прошедшие. Подняли мяч. Воронков, нет, не добегает. 10 очков все-таки Белогорье набрало. Клюка ставит точку Егор в третьей партии. 25-14 победа «Зенита» и 2-1. Питерцы выходят вперед в этом матче. Алексей Вербух. Алексей Побешин. Вполне еще молодые три специалисты, да? И, мне кажется, здорово бы, красиво могли спасать мячи. Но, правда, один раз за партию такой надо разрешать. Такая у меня идея. Не знаю, поддержите ли вы ее или нет. Первый темп Максима Космина. 10-6. Аль-Хачдади. Ну, может быть, она и была, но в кадр не попадала. Я продавил Иван Яковлев. Хорошин. 1-12 номер подал, другой принял. Егор Клюка. 17-12. Принимает Воронков подачу. Клюка. А, там Кротков в защите здорово играет. Маслиев, но блок. Играет самоотверженно Порошин. Продолжается розыгрыш. Яковлев. 21-19. Это спасение Романа Порошина. Так вратари некоторые, да, не спасают. Немногие, точнее, вратари так спасают. Тетюхин. Заблокировали Тетюхина. И со счетом 25-21. Четвертой партии 3-1 в матче. Девятую победу в 9 матчах одерживает волейбольный клуб «Зенит» Санкт-Петербург, продолжая уверенно лидировать в этом розыгрыше пари Суперлиги.